Здравствуйте. После отъезда детей, пока они были у нас, они сами на свой манер готовили самые разные яства. После их отъезда жена подала мне прямо с пылу с жару еще паром дышащие мои любимые спагетти. Я посмотрел, они почему-то какого-то малинового цвета. Я спрашиваю, от чего так? Она говорит, я знаю, ты это не любишь, но я все-таки попробовала приправить, как это делал Николя, это мой зять. Я попробовала приправить их пастой, только почему-то паста по запаху напоминает хрен. Спагетти оказались замечательные, запах хрена и не мешал. В самом деле на столике стояла баночка с такого малинового цвета. Дети все попереставили, и на том месте, где стояла паста, стояла действительно нам знакомая, принесла свой замечательный хрен. Так я ел спагетти вместо пасты с хреном. Это не очень испортило вкус, потому что хрен был замечательный. Меня вот так накормили спагетти с томатной пастой. Вообще-то с хреном. Всего вам доброго.